Твери выездные бригады медиков продолжают вакцинацию сотрудников сферы потребительского рынка. А тех, кто активно участвует в прививочной кампании, наш следующий сюжет. Владелица сети городских кофеен Зинаида Авштейн вакцинировалась еще в марте. Сейчас вспоминает, из реакции организма только небольшая температура в первый день после укола. С коронавирусом этого не сравнить. Зато работать в кофейне стало спокойней. Спутник, вакцина изученная, огромное количество про нее есть информации в открытом доступе, мы все почитали и вот сделали себе вывод о том, что прививаться нужно. Это важно для нас, для того, чтобы мы сами были в безопасности, это важно для наших гостей. 100% гарантии не дает никакая защита, будь то прививка, контрацепция, что угодно, не дает 100% гарантии, но тем не менее, если есть возможность повысить свой процент безопасности, я лучше его повышу, чем не буду делать ничего. Сотрудники Центра современной культуры «Рельсы» тоже проводят вакцинацию. Сегодня на прививку пришел основатель центра Илья Андреев. У нас проходит много мероприятий, много людей приходят, и, конечно, они сами не чувствуют себя в безопасности. Поэтому нам очень важно, чтобы и сотрудники наши были привиты, и чтобы мы с вами как можно скорее все привились и чувствовали себя в безопасности, и могли смело ходить на мероприятия, посещать выставки и так далее. Поэтому, конечно, для меня важно привиться самому и порекомендовать привиться нашим гостям. Записаться на вакцинацию жители столицы Верхневолжья могут через ближайший офис МФЦ по телефону 122 или на портале госуслуги.ру. В торговых центрах сделать прививку можно без предварительной записи.